Вы еще дальше знаете, что ногой микрофон подносите. Можно только сразу же представляться и самим, и спрашивать, как зовут оппонента. Потому что мне потом подписывать вас, я буду пересмотреть все видео. Я все подпишу. Добрый вечер, меня зовут Карина, я начинающий тележурналист, и я хотела бы взять у вас интервью, задав вам три вопроса. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Любовь. Мне 30 лет. Ну, вы задали вопрос, как меня зовут, я вам ответила, а меня зовут Любовь. Любовь, очень приятно. Любовь, скажите, пожалуйста, что для вас, истинная любовь в вашем понимании? Это полностью отдаешь себя этому человеку и верность этому человеку. Вы конкретно имеете в виду мужчину или женщину? И имеет ли для вас отличие любовь между мужчиной и женщиной? Любовь к детям, любовь к окружающей среде. Чем это отличается? Ну, материнская любовь, это есть материнская любовь, а мужчины есть это, любовь как мужчины. То есть и как мать вы должны полностью отдавать себя всю, и как женщина, мужчине тоже. В этом вы видите настоящую истинную любовь? Да. Скажите, пожалуйста, а если вы не получаете в ответ никакой реакции, вы не думаете, что это игра в одни ворота? Знаете, бывают в жизни такие моменты, когда ты строишь любовь, и бывают моменты в жизни, когда любовь может распаться, но ты стараешься, чтобы эту любовь сохранить, и ты будешь добиваться до конца, чтобы любовь эта осталась. А вы не будете себя ощущать в роли жертвы, постоянно вкладывая и не получая в ответ? Вы будете строить, ну, какая-то благодарность, какая-то отдача должна, наверное, быть от этих людей. Любовь – это и есть жертва. То есть в вашем понимании любовь – это равно жертва? Да. Ну, уже много вопросов. Много прощаться. А цель жизни еще хотел. Спасибо за интервью. Благодарю вас за ваши ответы и желаю вам успехов в достижении ваших целей и найти настоящую любовь. До свидания, Люба. До свидания. Я хотела еще сказать, что моя мечта в будущем открыть детский приют для детей, чтобы они получили ту любовь, которую не получили они раньше, чтобы они знали, что это есть любовь, что их кто-то может любить, и чтобы они знали, что любовь есть, что любовь не заканчивается, она есть. Спасибо вам огромное. Вы прекрасный человек, у вас прекрасные цели. Вы берете на себя просто божественную ответственность. Можно сказать, даже возлагаете на себя вопросы Бога. Это достойная цель. Я тоже. Потому что Бог есть любовь, написано в Библии. Правильно. Спасибо вам огромное. Мы вам очень признательны. Спасибо. До свидания.